Самые опасные детские игрушки. Хаббитборд был популярным детским подарком всего лишь пару лет назад, но в них также есть опасность. Во-первых, из-за плохих батарей некоторые модели могли в любой момент загореться. И только посмотрите, как ужасно это выглядит. Во время катания дети не используют экипировку, что может привести к серьезным травмам. Твой учитель не имеет на это права. А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. Ставить оценки в журнал не за знание, а за поведение. Выгонять ученика из класса. Не пускать тебя в туалет на уроки, если ты культурно попросил об этом. Что будет, если не чистить зубы целый год? Лайкни и подпишись. Спустя сутки у вас появится липкий налет, и бактерии также начнут размножаться и перейдут на десна. Через месяц десна распухнут и будут жутко болеть. Я уже не говорю про запах изо рта. Через полгода у вас начнут ломаться кости и эмаль, которые держат зуб. И спустя год ваши зубы могут выпасть и больше не вырасти. Что будет, если не чистить зубы целый год? Лайкни и подпишись. Спустя сутки у вас появится липкий налет, и бактерии также начнут размножаться и перейдут на десна. Через месяц десна распухнут и будут жутко болеть. Я уже не говорю про запах изо рта. Через полгода у вас начнут ломаться кости и эмаль, которые держат зуб. И спустя год ваши зубы могут выпасть и больше не вырасти. Самые опасные детские игрушки. Хаббитборд был популярным детским подарком всего лишь пару лет назад, но в них также есть опасность. Во-первых, из-за плохих батарей некоторые модели могли в любой момент загореться. И только посмотрите, как ужасно это выглядит. Во время катания дети не используют экипировку, что может привести к серьезным травмам. Твой учитель не имеет на это права. А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. Ставить оценки в журнал не за знание, а за поведение. Выгонять ученика из класса. Не пускать тебя в туалет на уроки, если ты культурно попросил об этом.